Пятница, 20.00, как всегда в это время, на Интере стартует большой информационный вечер. Я, Алексей Лихман, буду с вами сегодня не только в подробностях, а и в ток-шоу «Черное зеркало». Но прежде давайте начнем с главных новостей этого дня. Последний звонок. Как провели заключительный пленарный день депутаты? Кто ты без бумажки? Гройсман рассказал студентам, кому нужны их дипломы. Гонка за нулями. Украинцам обещают напечатать 1000-гривневую купюру. Война войной, а отдых по расписанию. Депутаты устали и попрощались на 3 недели. Устали, видимо, сильно, ведь сегодня пришли послушать министров всего несколько десятков избранников. Что напоследок удалось решить в Раде и какие вопросы отложили в долгий ящик 2017-го, расскажет Ольга Рыцарь. Пятница, да еще и последний рабочий день в этом году. В сессионном зале последние герои. И только в правительственной ложе аншлаг. С трибуны министр энергетики рассказывает о том, что Украина готова к любым морозам. Но вопросы нардепы адресуют в первую очередь министру обороны. На Світлодарській дугі, там, де волонтери і наші громадяни на своїх тарандайках вивозять поранених. Ми що, не маємо швидких допомог чи броньованих транспортних засобів, які це можуть робити? Особовий склад, який виконує бойове знання в зоні проведення терористичної операції, значить, виходячи із наших можливостей, забезпечений засобами евакуації. Щодо порядку організації медичного забезпечення під час ведення бойових дій на Світлоградській дугі, сьогодні комісія Міністерство оборони працює. По підсумкам я прийму рішення. Ни одной пятницы без вопроса о спецконфискации. Закон, который якобы должен пополнить бюджет на 10,5 миллиардов гривен, в этом зале проваливали каждую неделю. Критики опасаются, что его могут применить, чтобы без суда отбирать имущество у простых граждан. Доработанный документ премьер потребовал принять сразу после каникул. Вчера уряд принял чергове рішення, затвердив черговий проект закону щодо такої спецконфіскації. Ми його подали в парламент. На жаль, з технічних причин не змогли його вчора розглянути. Я вважаю і наполягаю на тому, щоб ми до цього питання повернулись в перші дні роботи парламенту в січні місяці. Маємо зібратись, я готовий теж взяти в цьому участь безпосередньо, обговорити кожну статтю цього закону. Главным успехом в этом году премьер считает бюджет. Поблагодарил за него депутатов и отправил их с чистой совестью на каникулы. Хочу побажати всім миру, добра, злагоди і успіху. І успіх буде полягати в тому, що коли ми виходимо з вами на вулицю і будемо йти по вулицям, нам не потрібно буде ні від кого відвертати очі, щоб нам не було соромно з вами. А пока некоторым парламентариям все-таки за бюджетную ночь стыдно. Они уже собирают подписи под заявлением в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать голосование за изменения в налоговый кодекс. Мы сейчас ее зарегистрируем и отправим в Генеральную прокуратуру. Мы считаем, что на самом деле, во время этой бюджетной ночи, відбулося вчинення злочину, підлог офіційних документів. Ми голосували за одне, а потім в результаті нам виносять інше під Новий рік. Зміни до податкового законодавства, які, до речі, там протитуловані, що це там покращення інвестиційного клімату і так далі, вони були проголосовані у варіанті уряду. А натомість з'являється в другому читанні в залі варіант, котрий комітету, тобто там, де всі лобістські ініціативи просто зібрані як букет квітів. Целый букет нерешенных вопросов нардепы перенесли на следующий год. Судебные и пенсионные реформы, новые члены Центра избиркома, янтарный беспредел и сотни других законопроектов. А питань осталось очень много. Перш за все, это питання выполнения Минских угод, особенно в том, что идет загострення сегодня. Мы надеемся, что 24-го, как было анонсовано на тристоронній группе Минска, будет примирение, будет припинення вогню. І наша фракція налаштована на те, щоб це було продовжено. Ми повинні все-таки були закінчити судову реформу для того, щоб сказати все. Для того, щоб в Україні позбавити можливість корупціонерів займатися корупцією, ми зробили. Ще є питання невизначене бурштину. От те, що ми кажемо, наповнення бюджету, яким чином він буде наповнюватися. Чому сьогодні ці мільярди гривень ніяк не може Верховна Рада прийняти закон в другому читанні? Можна було би попрацювати після свят нормально з 10 січня. Це було би цілком адекватно. Але депутати в бюджетну ніч за принципом гулять так гулять, вирішили прогуляти цей тиждень. А під занавес
рабочего дня парламентарии устроили разборки. Нардепу от БПП Павлу Кишкарю не понравилось выступление внефракционного Михаила Головко о ситуации в компании «Укргаздобыча». Прямо в сессионном зале набросились друг на друга с кулаками, но остальные депутаты успели их разнять. На этом Рада завершила 2016 год. На каникулы отправились и последние, самые стойкие депутаты. В следующий раз они соберутся под куполом 17 января. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Никеенко. Подробности телеканал Интер. После часа вопросов к правительству в парламенте премьер отправился в Киевский политех на встречу со студентами. Почти два часа вопросов и ответов. И об экономике, и о бюджете, и о планах на будущий год. Больше всего студентов интересовал, конечно же, вопрос стипендий. С нового года их должны повысить, но при этом поменять порядок начисления. Социальные стипендии для учащихся из малообеспеченных семей, а вот академические будут получать только самые успешные. Студенты переживают, что без выплат останется половина из них. Владимир Гройсман пообещал на следующей неделе организовать встречу представителей университетов с Минсоцполитики и Минобразования, чтобы найти компромисс и общее решение. Премьер подытожил, стипендия должна стать мотивацией успешной учебы. Ни вам, ни мне ваш диплом не потрібен. Вам, вашим батькам и мне потрібні ваши знания и ваш успех. Я не чую аплодисментов. Ваш успех! Если вы прийдете на работу с дипломом, который подтверждает якість знаний, которыми вы владеете, вы будете успешны. Интересовала студентов и национализация Приватбанка. Как она повлияет на цены и инфляцию в следующем году? Премьер ответил, что никак. И добавил, этот шаг, наоборот, стабилизировал финансовую ситуацию в стране. Ведь в противном случае банк пришлось бы ликвидировать. Тем временем министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка. Пятеро из них – независимые эксперты, остальные – представители от правительства. По словам Данилюка, главу изберет непосредственно сам НАБ-совет. Голосование состоится на одном из первых заседаний. Большинство – иностранные антикризисные менеджеры. Их задача, подчеркнул министр, – стабилизировать работу банка. Также Данилюк отметил, так называемую дыру в размере 148 миллиардов гривен государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг выпустят до конца этого года. В Минфине намерены покрыть таким образом треть долга. Это было сделано, в принципе, вымушено. Мы рятували банк, чтобы мы долучали найкращу практику в світі. Мы тому и решили долучать иноземных специалистов. Но не забывайте, что от Министерства финансов там есть две особи с опытом в банковском секторе. В дальнейшем мы будем работать с двумя командами. Это команда Министерства финансов и руководства банка. Надеемся на дальнейшую плодотворную работу. Долгожданный четвертый транш МВФ, а это 1 300 000 000 долларов, Нацбанк готовится получить уже в январе следующего года. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева. Она напомнила, вопрос Приватбанка – один из пунктов меморандума с МВФ. Кроме того, остаются требования по проведению земельной и пенсионной реформ. Но это уже условие для следующих траншей. Кстати, во время интервью Гонтарева заинтриговала заявлением о выпуске новой купюры в 1000 гривен. Больше, правда, подробностей не открыла. Янтарная дележка. Очередная сессия Рівненського облсовета проходит именно под этим лозунгом. Минимум прений, минимум несогласных, и янтарные земли уходят неизвестной фирме. Как все было, видела Инна Белецкая. Янтарные вопросы их традиционно оставляют под конец сессии. Сегодняшнюю не стало исключением. Депутаты выслушали возмущенную общественность, но переносить рассмотрение на начало заседания отказались. Они быстро, без скандалов и трений, проголосовали за 50 вопросов и добрались до главного – передачи недр в пользование. К тому времени людей в зале стало значительно меньше, а буря возмущения активистов как будто поутихла. Моя пропозиція – внести зміну проєкту рішення, де зазначити відмову від надання надрами користування. Предложение отказать поддерживают всего 4 депутата. И пока активисты кричат «ганьба», а несколько несогласных спорят с председателем экологической комиссии, депутаты голосуют за то, чтобы отдать 457 гектаров янтарной земли в пользование фирме «Санкамян». Зарегистрирована она в обычной квартире в поселке Ракитное, а основатель из Варшавы – Лян Янг. Вони повністю узгодили питання з місцевими громадами, підписали інвестиційні угоди і так далі. Тому
Это уже третье разрешение, за которое проголосовал Ривненский облсовет. Перед этим земли получил Черновицкий «Инклюз-8» и Киевский «Редмед». Тогда же уверяли, что фирмы договорились с местными жителями об инвестициях в развитие сел. Никто до них не звертался, и никто с ними это питание не решил. Понимаете, что до нашего брешет, на цели работает. Ну что вы такие патриоты? Я организую батальон и еду на передок. Такие вопросы теперь, судя по всему, будут выносить на каждую сессию. И раздавать янтарную землю депутаты, видимо, не перестанут. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривне. Жестокое убийство в Харьковской области. На женщину-адвоката напали возле офиса. Нанесли 4 ножевых ранения. Какие версии рассматривают правоохранители, расскажут наши корреспонденты. Раненую женщину заметил охранник, который вышел закрывать здание на ночь. Татьяна Попова лежала возле киоска в нескольких шагах от входа. Была без сознания и вся в крови. Прохожие не могли ее заметить. С улицы это место закрывает забор. 19 часов обнаружил ее сторож. Во сколько она выходила, мы разбираемся. Это еще надо проверять, во сколько она выходила. Мужчина не стал вызывать скорую, а положил женщину в машину и помчался в больницу. На теле было 4 ножевых ранения в грудь и шею. Она потеряла много крови. Неизвестно, сколько времени Татьяна пролежала раненая в снегу. Врачи констатировали смерть. Сколько было нападавших, неизвестно. У женщины забрали сумку и угнали автомобиль. Сегодня утром его нашли, буквально в полукилометре от места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Какие-то подробности сказать не могу и не имею права, по большому счету. Скорее всего, нападающие поджидали женщину у входа. Довольно часто она задерживалась на работе допоздна, рассказывают торговцы в соседних киосках. Говорят, Татьяна была приятной и приветливой. Я знал ее хорошо. Да. Ну как хорошо, ну поздоровались. Очень отзывчивый, хороший человек, потому что она человек очень приятный. Я не знаю, с чем это связано. Полиция рассматривает несколько версий нападения, а вот коллеги уверены, убийство связано с профессиональной деятельностью Татьяны. Дескать, за последнее время она выиграла несколько крупных дел. Ольга Теребинская, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. В полиции очередной раз отчитались о результатах борьбы с незаконным оборотом оружия. На сайте приводят, казалось бы, внушительные цифры. Изъяты 60 пистолетов, 40 винтовок, 800 патронов и 200 ножей и сабель. Все это, дескать, хранил в собственной квартире 53-летний киевлянин. Однако упустили, что в основном это оружие разрешенное, пневматическое и охотничье, а большинство ножей и вовсе сувениры. Сами правоохранители отказались комментировать изъятый арсенал, но в отчете сообщили, владелец задержан, против него возбудили уголовное дело за хранение и продажу боевого оружия. Ну а вот у СБУ успехи посолидней. Там отчитались о ликвидации ячеек террористической организации «Исламское государство» в Харькове и Днепре. Они обеспечивали пребывание членов ИГИЛ в Украине и их переправку в зону ведения боевых действий за рубежом. А в Харькове и Киеве прекращена деятельность 11 перевалочных пунктов боевиков ИГИЛ. Это результаты работы за год. Кроме того, почти 600 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических организаций, запрещен въезд в Украину. Больше половины из них активно участники «Исламского государства». Сегодня же весь мир обсуждает новую атаку террористов. В Ливии захватили пассажирский лайнер. Сначала заставили экипаж лететь в Рим, но потом аэробус сел на Мальте. В тот момент на борту находились 118 человек. Чем закончилась история и что требовали угонщики, все расскажут мои коллеги. Это был обычный внутренний рейс. Аэробус А320 следовал по маршруту из города Сабха в столицу Триполи. Расстояние почти 800 километров. В воздухе чуть больше часа. Но в итоге перелет затянулся. До Триполи пассажиры не добрались. Мы получили сообщение, что самолет угнали, когда лайнер летел из города Сабха. Еще до прибытия в международный аэропорт Митига на Мальте, капитан сообщил, что аэробус захватили. Причина угона неизвестна. Это потом нам сказали, что лайнер сядет на Мальте. Все, что происходило в аэропорту Валетты, показывали в прямом эфире ведущие информагентства. Власти Ливии провели экстренные переговоры с премьером Мальты Джозефом Мускатом. Политик лично контролировал ход спецоперации. Почти сразу террористы отпустили 25 человек, потом еще группу. За 3 часа освободили всех. После переговоров угонщики согласились сдаться и отдали свое оружие. В самолет они пронесли ручную гранату и пистолет. Сейчас наши военные проводят обыск, ищут второй пистолет. Угонщики под стражей, их допрашивают.
Силовики установили, угонщики – молодые парни, около 25 лет. На борт пронесли взрывчатку и угрожали взорвать самолет. Потребовали освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама, хотя еще летом его освободили по амнистии. Позже один из захватчиков на несколько секунд вышел из салона и помахал флагом. Это зеленое полотнище – стяг Ливии времен правления Каддафи. Позже журналисты разузнали, террористы хотели организовать новую партию и таким образом пытались заявить о себе. Последними самолет покинули члены экипажа, никто не пострадал. Угонщиков задержали, они попросили политическое убежище на Мальте. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Вот это происшествие снова подняло вопрос о безопасности воздушных перевозок. Примером здесь может стать печальный опыт Брюсселя, в аэропорту которого в марте нынешнего года произошел масштабный теракт. Сейчас там действуют особые меры безопасности. Как же правоохранителям удается предотвращать подобные трагедии, узнавала Юлия Мендель. 450 миллионов евро. Именно столько потратили власти Брюсселя за последние 6 лет на организацию системы безопасности в аэропорту Завентем. Но и эта внушительная сумма не уберегла воздушные ворота европейской столицы от терактов. В марте нынешнего года в результате двух взрывов здесь погибли 17 человек. После чего в Завентеме ужесточили меры безопасности. Вначале пассажирам было непросто привыкнуть к нововведениям. Полиция проверяла багаж уже на входе в аэропорт. И это приводило к таким задержкам, что люди иногда даже опаздывали на рейс. Сегодня, через 9 месяцев после трагедии, система безопасности более отлажена, заявил глава авиационной полиции Джоди Купер, выступая перед парламентской следственной комиссией. В ноябре ввели очередные новшества. Специальные пункты проверки на входах в Завентем убрали, и теперь багаж осматривают в обычном режиме, как и в остальных европейских аэропортах. Вместо этого охрана решила уделить больше внимания поведению посетителей. И вот за месяц задержали 30 человек, которые могут быть связаны с террористами или угрожают национальной безопасности. Один из арестованных оказался в розыске по подозрению в связях с рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Как именно определяют подозрительных личностей, не разглашают. Но для участия в этой программе полицейские проходят специальное обучение. На очереди еще 193 сотрудника авиационной полиции. Больше половины из них будут охранять именно Завентем. Также в брюссельском аэропорту работают 6 кинологов. Их задача – поиск взрывоопасных веществ. В общем, все меры безопасности себя оправдывают. В Завентеме никаких чрезвычайных происшествий после мартовских событий не было. Юлия Мендель, Вадим Свиридонов. Подробности. Брюссельское бюро телеканала Интер. Смерть нашего соотечественника в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине, к сожалению, подтвердилась. Об этом сообщили дипломаты со ссылкой на немецкую полицию. Напомню, 19 декабря грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек, а еще 48 получили ранения. Немецкая полиция подтвердила факт загибели гражданина Украины в Берлине 19 грудня 2016 року. Компетентні органи Німеччини надали дозвіл для видачі тіла рідним для поховання. Ми висловлюємо жаль і співчуття рідним загиблого громадянина України. Тем временем Анис Амри, главный подозреваемый в совершении теракта, убит в пригороде итальянского Милана. Подробнее Татьяна Лагунова. Аниса Амри убили рано утром на вокзале в пригороде Милана. Его остановила полиция для рутинной проверки документов. Тунисец выхватил пистолет и начал стрелять по правоохранителям. Карабинеры открыли огонь в ответ. Документов при убитом не нашли, но результаты дактилоскопической экспертизы однозначны. Это берлинский террорист. Мы установили, что убитый человек, вне всяких сомнений, Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине. У него нашли билеты на поезда. В Италию Амри прибыл из Франции, сначала в Турин, потом в Милан. А вот как из Германии попал во Францию и были у него сообщники или нет, уже предстоит выяснить немцам. Власти Германии поблагодарили итальянцев за бдительность. С облегчением вздохнули и жители Берлина. Да, немного спокойнее, что он не на свободе, но таких же еще тысячи.
Это, конечно, все хорошо, но когда вижу здесь, на рождественском рынке, где он совершил теракт, в глазах людей траур и боль, эти чувства еще сильны. Сегодня же в интернете появились кадры первых секунд теракта. Это видео с авторегистратора, проезжающей мимо машины. Вот грузовик на большой скорости въезжает на рождественский рынок. Через несколько секунд оттуда в панике начинают бежать люди. Сегодня же боевики ИГИЛ распространили запись, снятую самим Амри в Берлине. Тунисец говорит, что готов стать смертником и в ближайшее время устроить теракт. Подозреваемый в совершении теракта убит, но немецкие власти призывают граждан и дальше быть бдительными и осторожными. Германия по-прежнему остается одной из главных мишеней террористов. Сегодня ночью в Дуйсбурге были задержаны братья из Косово. Их подозревают в подготовке теракта в крупном торговом центре города. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. И это не все подробности этого дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. Кому закон не писан? Как Фемида наказала дипломата, попавшегося на контрабанде сигарет? Замороженная социалка. Почему малоимущие со страхом ждут реорганизации муниципальных служб? Учеба в жару. Черкасские медики проводят небезопасные эксперименты над школьниками. В Николаеве избили родственника руководителя независимого профсоюза. Мужчина возвращался с работы, зашел в дом, а вслед за ним ворвались неизвестные в масках и с дубинками. Владислав Бузник получил травмы головы средней тяжести. Говорит, когда нападавшие увидели его лицо, сразу убежали. Предполагает, что его перепутали с родным племянником, активистом Денисом Жела. Последний является руководителем Николаевского независимого профсоюза и не раз получал угрозы. Нападение Жела связывает с конфликтом на судостроительном заводе 61 коммунара. Говорит, благодаря профсоюзу был остановлен рейдерский захват этого госпредприятия. С коридора заходят и сразу же бьют. В шапке. В милицейской старой. В курточке. И дубинка. Два раза удар в голову и все. Все молча. Ни про что, ни за что. Я успел сказать им, за что. Спросить их. Ну. После моего блога разоблачительного, который назывался «Кто крышует 61-й завод» или «Силовики» или «Криминалитет». После этого приехал Сергей Николаевич Каплин. Мы провели встречу и митинг с сотрудниками, с рабочими завода. И в это же время ко мне уже приезжали люди, неизвестные лица на машинах, в дом, где живет моя мать с моим отчимом. И начинали там угрожать. Пашинский, на который это самый главный рейдер, который крышевал всю эту тему «Токарбонпрома» в Киеве. Новый поворот в деле дипломатической контрабанды. Закарпатский апелляционный суд сегодня отменил решение своих коллег и вместо полумиллионного штрафа присудил дипломату, который перевозил 60 тысяч пачек сигарет, наказание в виде, внимание, 1700 гривен. Подробнее расскажет Марина Коваль. Машину, в которой вместо диппочты нашли 60 тысяч пачек сигарет, задержали в мае этого года в пункте пропуска «Лужанка». Водитель козырял дипломатическим паспортом и прикрывался письмом, выданным в украинском посольстве, которое подписала секретарь и по совместительству супруга водителя. После скандала уволили не только секретаря посольства, но и самого посла. Суд в Ужгороде присудил контрабандисту-дипломату штраф больше 600 тысяч гривен с конфискацией товара и машины. Но вот Закарпатский апелляционный суд отменил это решение и назначил штраф всего в 1700 гривен и даже обязал вернуть машину, в которой перевозили сигареты. После чего судья, который вынес решение, уволился. Будь-який суддя, в тому числе и я, як суддя апелляційного суду, не вправі піддавати сумніву рішення своїх колег, які є остаточними і оскарженню не підлягають. Ще раз наголошую на тому. Коментуючи зміст вказаного рішення, я можу припуститися порушень правил суддівської етики. Машину, в которой везли сигареты, не отдадут, говорят в прокуратуре Закарпатской области. Она вещдок в уголовном деле по факту подделки служебных документов, за что, кстати, грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители посчитали, микроавтобус пересекал границу минимум 50 раз. Одна ходка с сигаретами приносила доход в 30 тысяч евро. Правда, допросить ни сотрудницу посольства, ни ее мужа следователям пока не удалось. На неодноразові виклики слідчих прокуратури дані особи до прокуратури області для проведення слідчих дій з їх участю не з'являються. Тобто нами вживаються заходи до
их выклику и проведения следственных действий их участия. Однако уголовное расследование, похоже, не пугает бывшего дипломата. Больше того, женщина пытается восстановиться в должности через суд. Марина Кавадюри Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Ну, чтобы подобных историй было как можно меньше, 2017 должен стать годом борьбы с политической коррупцией, считают представители движения «Справедливость». Сегодня они презентовали так называемую антикоррупционную платформу и назвали 10 первых шагов, которые должны предпринять представители власти. Одни из главных – присоединение к международной антикоррупционной коалиции и создание в стране антикоррупционного суда, который будет заниматься делами чиновников, декларирующих непомерные суммы наличными. Также предлагают ограничить пользование счетами представителей власти, имеющих имущество за рубежом, и отдать все полномочия в борьбе с коррупцией единственному органу – НАБУ. Такие намерения, уверяют лидеры движения «За справедливость», уже поддержала новая администрация США. И в Конгрессе, і в Сенаті США. На початку грудня цього року відбулися слухання. Слухання публічні про клептократію, корупцію і в українській владі, і в інших країнах. 5 мільярдів доларів, які розкрали тільки в цьому році. Ці гроші, викрадені з української економіки, знаходяться в конкретних офшорах, і ними оперують конкретні офіційні особи України. Але антикорупційна глобальна коаліція почала публікувати і віддавати матеріали про справжніх бенефіціарів. В Смеле Черкасской области детей лечат от ОРВИ учебой. За последние несколько дней почти 40% учеников местных школ не пришли на занятия. В самом городе эпидпорог превышен уже в два раза, но обучение в школах все равно продолжается. Хотя еще со вторника областные чиновники приняли решение закрыть учебное заведение на карантин. Почему же в Смеле это проигнорировали, выяснял Станислав Кухарчук. Сегодня на уроке истории в Смелянской школе номер 5 едва ли присутствует половина учеников. Остальные болеют. Девятиклассница Кристина только недавно вернулась на занятия. Было много, какие чихали, нос, ну все, как у меня. В младших классах ситуация не лучше. ОРВИ косит школьников чуть ли не ежедневно. Побачили, ребята? Татьяна Царь, классный руководитель у шестиклашек, говорит, как только кто-то из детей приходит в школу зараженный, на следующий день болеет уже полкласса. То в мене було таке в класі, що було 6 чоловік тільки. Зараз 10, трошечки більше. Вчора було 12. За последние два дня более трети учеников 5-й школы остались дома. Да и директору не помешал бы больничный. Ну вы чуете, что я сама. Валентина Остапенко уверяет, эпидпорог в городе превышен в два раза. Например, в областном центре школы на карантине еще со вторника. Соответствующее распоряжение обладминистрации касалось всех учебных заведений, утверждают чиновники. Це профілактичний захід для того, щоб не було подальшого спалаху. Це обов'язкова норма для виконання усіми закладами. Но в Смілянському управлінні образування почему-то спохватились только сьогодні. Местные чиновники говорят, ждали, когда будет превышен порог заболеваемости. Відвідування було, не перевищило порог у закладах освіти. Що це ми не виконуємо? Ми виконуємо відповідно до того, яка ситуація склалася у місті. Карантин в смілянських школах все ж почнеться з понеділька, спустя почти неділю після офіційного розпорядження. Станіслав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал Інтер, Черкаська область. Скандал в Подольске, Одесской области. Уже месяц в городе обсуждают, что с 1 января местные власти не будут оказывать социальную помощь малоимущим из-за малопонятной реорганизации муниципальных служб. Наши корреспонденты разбирались в этой ситуации. Территориальный центр социального обслуживания Подольска. На кухне горячие обеды. Соцработники разносят их немощным пенсионерам. И так уже много лет подряд. Вот, чтобы не эти обиды, кажи, я бы уже ноги протягнула. Сходить в аптеку, магазин, принести воды, помыть посуду – все это в перечне услуг, оказываемых на дому, лежачим и инвалидам. И подмести, и постирать, и полы помыть, и пообщаться. Во время работы, конечно. А разговоров в последнее время только о том, что с 1 января центр реорганизуют. Треть сотрудников пойдут под сокращение, кухню и столовую для малоимущих закроют. За это решение депутаты горсовета проголосовали еще два месяца назад. Люди, конечно, переживают. И переживать будут. Ну, неизвестно, будут ли давать обеды, будут ли так же ходить к нам, понимаете, ну, куда же она.
Но лишь сегодня чиновники нашли время для встречи с коллективом центра. Объясняют, центр соцобслуживания переподчиняют центру социальных служб для семьи и молодежи. Дескать, для улучшения качества услуг. Заверяют, всех уволенных трудоустроят в новом учреждении. Директор центра, с которой чиновники, к слову, разрывают контракт, возмущается. До Нового года считанные дни, а определенности, как будут питаться малоимущие, все нет. Нам конкретно ничего не говорится. Я не бачу конкретних нормативних документів, які підтверджували те, що ці послуги будуть дійсно людям надаватися. Оксана Вихованец уверена, реорганизацию затеяли, чтобы убрать ее с должности за принципиальность в вопросах распределения бюджетных средств. Чиновники в ответ обвиняют женщину в скандальности и политических амбициях. Показывают новый гериатрический центр. Официально он откроется только в конце января, но уже оборудовали корпуса, где сразу после Нового года планируют готовить те самые горячие обеды для социально незащищенных. Нормативную документацию обещают утвердить в последние предпраздники. Дні. Останнім рішенням виконкому в грудні місяці, це буде 29 грудня, будуть затверджені нормативи в грошовому вираженні щодо харчування клієнтів територіального центру. Виграють або потеряють від реорганізації старики, які нуждаються в допомозі, стане видно одразу після Нового року. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтер», Одеська область. 6 миллионов евро от Ватикана получат украинцы до Рождества. Инициатором гуманитарной помощи выступил Папа Римский Франциск. В пресс-службе Святого Престола сообщают, это половина от той суммы, которую собрали в церквях Европы для тех, кто пострадал в результате военных действий на востоке Украины. Двое украинских военных погибли, трое ранены. Один боец погиб вблизи Авдеевки, там боевики 4 раза атаковали украинские позиции. Другого убили на Светлодарской дуге. Под прикрытием артиллерии и бронетехники наемники снова попытались штурмовать наши укрепления в Луганском. Досталось и жителям соседних поселков. Об ожесточенных боях на Донбассе Геннадий Вивденко. Зараз, як ви чуєте, йдуть обстріли все ближче до нас, аж за передову б'ють. О, приблизно десь, ну, артилерія десь 152 міліметра б'ють. І як чуєте, що воно дуже часто, ну, плотно ложить. Одна, в принципі, за одною і приближається, все далі і далі б'ють до нас. Вокруг Светлодарска и поселка Луганская не утихает канонада. Враг использует максимальный имеющийся у него калибр. Накануне вечером от попадания вражеского снаряда погиб украинский боец. Сегодня утром один ранен, один контужен. Бои на Светлодарской дуге длятся уже неделю. Уже сейчас можно назвать, что это вооруженное противостояние на Донбассе стало уже самым жестоким за весь 2016 год. Вот сейчас длится канонада. По состоянию на без 15:03 мы отчетливо слышим выстрелы противника. Так на Светлодарской дуге с воскресенья, с 18 декабря, за 6 дней украинская армия потеряла, как говорят солдаты, необратимо и санитарно 72 человека. 35 человек 300, контуженных 17, травмованных 11. Потери большие, но если судить по тому, что могло произойти, если бы они сделали то, что они хотели сделать, угрозы были 5, 6, 8, даже раз больше. Утром в районе Светлодарского водохранилища, неподалеку от теплоэлектростанции, боевики 3 раза атаковали пехотой. Атаки отбиты, наемники понесли ощутимые потери. Эти водители только что с передовой. Подвозят бойцам все необходимое каждые 3 часа. Периодично, все время. Сколько я туда езжу, все время обстрелы идут. Конечно, страшно. Когда ночью едешь без света, без мороз, дождь, стекло, ничего не видно. И начинаешь, один бежит с фонариком, второй едет и так далее. Бойцов настроение отлично. Коллектив тоже у нас. Одне ціле до победы, как говорят. Надо только держать. Как говорят, хвост пистолетом. Украинские военные утверждают, в плен к боевикам в ходе 6-дневных боев никто из наших не попал, несмотря на различные интернет-заявления. Пропавший без вести в минувшее воскресенье украинский боец был найден убитым спустя пару дней на освобожденной территории. Мы обнаружили нашего побратима, привезли, все определили его. Но я не могу подробно разговаривать. Слава Украине! Слава!
Как ожидается, с нуля часов сегодня может быть прекращен огонь. Однако украинские солдаты в это не верят. Готовятся к очередным атакам и провокациям боевиков. Впрочем, за последнее время противник потерял минимум в четверо больше в живой силе. Атаки боевиков по-прежнему безуспешны. Вперед украинские войска уже продвинулись на 1,5-2 километра южнее поселка Луганское. Захватили и удерживают стратегическую высоту. Кстати, согласно Минским соглашениям, эта территория закреплена за Украиной. Битва на Светодарской дуге продолжается. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Украинская армия готова к выполнению решения трехсторонней контактной группы по прекращению огня с полуночи 24 декабря. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства надеется, что такие меры, введенные перед новогодними праздниками, станут для жителей Донбасса постоянными. И призвал Россию обеспечить соблюдение режима тишины и других договоренностей, в том числе освобождение пленных. О судьбе Романа Сущенко и Олега Сенцова сегодня говорили в Москве. Президент России Путин вспомнил наших соотечественников, но сроков их обмена так и не назвал. Главные тезисы об Украине в материале наших корреспондентов. Уже третий раз подряд после начала агрессии в Крыму и на востоке Украины журналист Роман Цымбалюк получает право задать вопрос российскому президенту. В этом году, как и в прошлом, он спрашивает о судьбе удерживаемых в России соотечественников. Дела против граждан Украины выглядят политически мотивированными. И если пытать людей, как Захтея и Панова, то в шпионаже в пользу Украины признаюсь я и даже вы. Вы в прошлом году говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях? О Минских соглашениях глава государства не говорил. Поднял вопрос нормандского формата. По его мнению, альтернативы таким встречам нет. Украинского режиссера Олега Сенцова президент Путин считает виновным в подготовке теракта. Конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов. Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Теперь по поводу задержанных военнослужащих сотрудников военной разведки. Они дают полный расклад, название своих частей. Напомним, официальный Киев не раз заявлял, что журналист Сущенко и режиссер Сенцов никакого отношения к спецслужбам не имеют, а арестованные в Крыму так называемые диверсанты – выдумка ФСБ. В свою очередь, российский президент не исключает возможности обмена в формате «всех на всех». В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Если уж «всех на всех», то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно. Ярослав Кречко, подробности, телеканал Интер. Россия не готова отдать Украине заложников. Об этом в Фейсбуке написала первый вице-спикер Ирина Геращенко. Она возмущена отсутствием прогресса в обмене пленными с ОРДЛО. Дескать, боевики требуют освобождения по формуле 50 украинских военных на 700 своих. К тому же, по словам Геращенко, оккупанты не подтверждают наличие 110 украинских заложников, которых требует освободить СБУ и Минская группа, аргументируя тем, что в плену у них вдвое меньше людей. Из этого Геращенко сделала вывод, цитирую, Российская Федерация не готова сейчас отдать украинских заложников, ждет новой администрации Трампа, ослабление нормандского формата и работает над дискредитацией минских групп. Алеппо под контролем Асада. В Сирии завершилось сражение за один из ключевых городов. Многих мирных жителей эвакуировали. В Дамаске по этому поводу праздник. Больше расскажет Сергей Услендер. Итак, битва за Алеппо закончена. Город под контролем сирийской армии. Буквально накануне завершилась эвакуация уцелевших боевиков-повстанцев и гражданских. Десятки тысяч мирных жителей, это в основном сунниты, предпочли покинуть свои дома. Они опасаются, что после захвата города солдаты правительственной армии и боевики Хизбаллы, это в основном шииты, они воюют вместе, могут устроить
резню. Те же, кто был за Башара Асада, вышли на улицы и празднуют победу. В Дамаске по этому поводу царит настоящее воодушевление. Впервые армия добилась реального успеха. Эта победа знаменует собой стратегический перелом в войне и сильнейший удар по террористам и тем, кто их поддерживает, а также подтверждает способность сирийской армии и ее союзников бороться с террором и побеждать. Начинается новый период полной победы над террористами и освобождения от них всей страны. Битва за Алеппо началась еще в 2012-м. Тогда боевики различных группировок атаковали солдат правительственных войск, размещенных в городе. С тех пор бои там, по сути, не прекращались, шли с переменным успехом. Некоторые районы переходили из рук в руки по несколько раз. В конце концов, повстанцы захватили и контролировали примерно половину территории города. Ситуация сложилась совершенно патовая, ни у одной из сторон не было сил для решающей победы. Примерно год назад сирийская армия получила серьезные подкрепления, в том числе от ливанского движения «Хизбалла» и серьезную авиаподдержку со стороны российских ВВС. Примерно год шли очень тяжелые бои, армия постепенно теснила боевиков, теснила повстанцев, пока они не были окружены в восточной части Алеппо. И два месяца назад, в ноябре, началась окончательная операция «Заря Победы» по полной зачистке этого города, которая, в общем, и завершилась успехом сирийской армии. Алеппо очень сильно разрушен, в нем практически не осталось целых зданий, целых домов, разбиты все коммуникации, нет воды и электричества. Точное количество погибших мирных жителей подсчету пока не поддается, но если учесть, то в течение долгих месяцев в городе активно применяли тяжелое вооружение, авиацию, артиллерию и даже баллистические ракеты, то речь, вероятно, идет о тысячах убитых. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Праздник не для всех. Соединенные Штаты сегодня ушли на длинные рождественские каникулы. Но инаугурация смешала все планы. Кому приходится работать, пока страна отдыхает, знает Дмитрий Анопченко. На Рождество жизнь в Вашингтоне практически замирает, причем на несколько дней. Закрыты и Пентагон, и Госдепартамент, и Белый дом, даже Барак Обама с семьей на Гавайи улетел. Но кому в этот раз не дали выходным, так это тем, кто готовит инаугурацию Дональда Трампа. На площади перед Конгрессом не стихает стук молотков. Ну и что, что праздники. Каждый день на счету, важно до середины января успеть. На ступенях здания сооружают трибуны, которые 1500 человек вместят. Именно здесь Дональд Трамп произнесет инаугурационную речь. Причем подиум накроют пуленепробиваемым стеклом. Этого требует служба безопасности. К самому Капитолию можно будет пройти только по спецприглашениям. Все их раздают бесплатно. По закону за продажу хоть одного – год тюрьмы или 100 тысяч долларов штрафа. Но наблюдать за церемонией сможет любой желающий. Главное – место на улицах заранее занять. Придут до миллиона человек. Я пока не понимаю, сколько точно будет зрителей, но все, у кого нет билетов, смогут расположиться неподалеку, вдоль мола. Это позволит им увидеть и услышать все происходящее. Место здесь будет не только для гостей, но и для прессы. Ведь сотни каналов уже заявили, будут вести прямую трансляцию. А еще для секьюрити. ФБР официально предупредило, меры безопасности будут невероятно жесткими. Там располагают информацией, что в день инаугурации в Вашингтоне могут произойти теракты. Причем, по официальным данным, совершить их могут внутренние террористы. Радикальные исламисты с американскими паспортами. Хватает и угроз от тех, кто не хочет мириться с победой Трампа. Правда, пока только в соцсетях. Конечно же, оргкомитет по инаугурации очень сильно старается, чтобы все прошло максимально гладко. Но без конфузов или смешных моментов все равно не обходится. И по иронии судьбы, именно они и остаются в истории. А конфузов и в самом деле хватало. На самой первой инаугурации в истории оркестр заиграл не тот гимн. На инаугурацию легендарного Линкольна его вице-президент пришел абсолютно пьяный. При президенте Джексоне толпа собралась такая, что двери заблокировали. И новый президент влезал в рабочий кабинет через окно. Барак Обама в 2009-м перепутал слова присяги. Ее пришлось произносить заново, на следующий день. Обойдется ли без курьезов инаугурация Дональда Трампа, гарантировать никто не может. А значит, ее просто готовят. Даже несмотря на праздники. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала «Интер». Взрывоопасные сигареты, агрессивные Санта-Клаусы и самый высокий снеговик. Об этом не только смотрите в нашем обзоре.
Оружие против Эболы найдено. Экспериментальная вакцина от лихорадки показала почти 100% эффективность. Препарат получили почти 6 тысяч жителей Гвинеи, и никто не заразился. Эпидемия лихорадки Эбола началась в Западной Африке в 2014-м и унесла жизни 11 тысяч человек. Энергодорога. В Нормандии открыли первое в мире дорожное полотно из солнечных панелей. Длина отрезка около километра. Его мощности хватит, чтобы осветить улицы в городке на 3500 жителей. Французские власти планируют за 5 лет оборудовать солнечными батареями 1000 километров дорог. Праздник в зоопарке Огайо. Горилле Коко исполнилось 60. По этому поводу работники зоопарка украсили вольер именинницы и приготовили 6 тортов. Коко – первая горилла, которая родилась в зоопарке и самая старая из живущих в неволе. У старушки 12 правнуков и даже 3 праправнука. Открытие гравитационных волн и экзопланеты-близнеца Земли – главные научные прорывы года. Эксперты журнала Science определили 10 самых значимых достижений 2016-го. В лидерах также победа искусственного интеллекта AlphaGo над профессиональным игроком в Go. А еще открытие, которое подтверждает, что удаление старых клеток продлевает жизнь. Сигареты опасны для здоровья, даже электронные. У британца в кармане взорвалась электронная сигарета. Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Лидс. Чудом не пострадал ребенок в коляске, возле которой стоял мужчина. Еще одна сигарета взорвалась у калифорнийца во время поездки в автобусе. Мужчина получил ожоги 3-й степени. Теперь интернет – базовая услуга качественной жизни. По крайней мере, так считают в Канаде. Канадское правительство решило, что доступ к глобальной паутине должен быть абсолютно у всех граждан страны. Раньше это касалось только телефонных линий. Санта-Клаусы против армейцев. В Вифлееме протестующие, одетые в костюмы Дедов Морозов, подрались с израильскими силовиками. Палестинцы вышли на демонстрацию против оккупации Израилем и намеревались пешком дойти до Иерусалима. Стычки возникли, когда военные попытались оттеснить активистов. Гигантского снеговика вылепили в китайском Харбине. Там готовятся к открытию крупнейшей в мире ежегодной выставки ледяных скульптур. Высота снеговика 34 метра. Среди других экспонатов зимней сказки – дракон, замок, огромная снежинка, лабиринт и несколько башен. Королева Великобритании заставила понервничать верноподданных. По состоянию здоровья перенесла рождественскую поездку. А британцы засомневались, увидят ли монарха с традиционным рождественским посланием. С подробностями Светлана Чернецкая из Лондона. Ее Величество сдает позиции. Еще в начале недели СМИ начали публиковать материалы, в которых выражали беспокойство о здоровье 90-летней королевы. Поводом послужил ее отказ от патронирования 25 национальных организаций. Затем королева с супругом не появились на вокзале Кингс-Кросс, откуда они должны были отправиться в традиционную рождественскую поездку в поместье на востоке Англии. В Сандрингемском дворце их уже ждали внуки принца Уильям и Гарри, герцогиня Кейт и правнуки Джордж и Шарлотта. Пресс-служба монархии сообщила, у королевы Елизаветы II и принца Чарльза респираторно-вирусная инфекция. Из-за почтенного возраста, а супруг королевы на 5 лет старше, ему уже 95, поездку на поезде решили отменить. Впрочем, королевская чета все же отправилась в Сандрингем, но на 2 дня позже. Чтобы не рисковать, полетели на вертолете. Успеет ли ее величество выздороветь к Рождеству? Этот вопрос волнует многих британцев. По традиции, 25 декабря все собираются перед телевизором, чтобы послушать речь монарха. За время правления Елизавета II пропустила выступление только один раз в 1969 году. Тогда в телеэфир вышел большой документальный фильм о монаршей семье. И в Букингемском дворце решили не переутомлять зрителей и отменили трансляцию рождественской речи. Но в этом году традиция останется незыблемой. Послание записали накануне, еще до болезни. Оно появится на экранах, как и было запланировано, в 3 часа дня в воскресенье. Рождественскую речь королева по традиции пишет сама. Конечно же, без Брекзита не обойдется. Хотя ее величество всегда пытается сделать видеообращение аполитичным. Ей хорошо удается высказываться весьма завуалированно о политических событиях. Лондонские ученые провели математический анализ послания Елизаветы II. Оказалось, они очень даже предсказуемы. В 63 обращениях королева использовала 42 тысячи слов. И 90% из них повторяются все время. Чаще всего употребляются слова «содружество», «народ», «семья», «дети», выражение «трагическая ситуация» и «яркий пример». В общем, по словам ученых, и в этот раз чего-то необычного ожидать не стоит. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».
С подробностями на сегодня все, но точку в нашем общении я не ставлю. Мне нужно несколько минут, чтобы перейти в студию ток-шоу «Черное зеркало». Оттуда и продолжим наш информационный вечер на интернете.